известная на весь мир поэме сказки Давида Кукутинова «Саргирел» есть такие слова: «В середине месяца апреля по-калмыцки месяца коня». Тот, кто читал, это прекрасное произведение в переводе Юлии Нейман и помнит эти строки, может решить, что апрель на нашем родном языке называется месяцем коня. Во многих школах республики детей так и учат калмыцкому языку. Декабрь – бар, январь – туула, февраль – лу и так далее. Но так ли это? Названия месяцев, связанные с 12 животными, относятся к нашему традиционному древнему календарю. Этот календарь – лунный. А поэтому в расчете месяцев издревле использовались фазы Луны. Сар – европейский календарь, по которому мы все сегодня живем, солнечный. Он рассчитывается по циклу вращения Земли вокруг Солнца. Луна, Солнце и Земля – три разных небесных тела, имеющих совершенно разные орбиты и время вращения друг вокруг друга. Именно поэтому лунные месяцы никогда не бывают одинаковы с солнечными. А отсюда следует, что декабрь и бар-сар – совершенно разные временные отрезки. Подумайте сами, праздник Зул – в 2020 году наступил 10 декабря по григорианскому календарю. В соответствии с тем, как нас учили в школе, я бы записал его Барсарин Арвен. Однако все знают, что Зул – это Укрсарин Хэрнтаун. Так, простой пример сразу дает понять, что называть европейские месяцы калмыцкими эквивалентами нельзя. Это в корне неверно. Кстати, в 60-е годы прошлого века наши ученые очень хорошо знали это, и потому ранее всегда писали апрель сарин, май сарин, если хотели подчеркнуть, что месяц европейский, а свои лунные месяцы были запрещены к использованию за связь с религиозными пережитками прошлого. Сейчас времена совсем другие, однако нынешние пережитки уже советского прошлого помножены на отсутствие интереса к своей национальной культуре даже у преподавателя родного языка дают такие печальные результаты, как пример декабрь, бар-сар. Давайте восстанавливать свои традиции. Если хотите записать месяц на калмыцком языке, то этот месяц нужно считать по календарю лунному, а если европейский, то по григорианскому. И неважно, будет это на уроке калмыцкого языка или в собственной записной книжке. Да, и если уж совсем въедаться, то 2021 год считается от Рождества Христова, а мы, калмыки, будучи буддистами, раньше мы вели исчисление не от Рождества Христова, а от Нирваны Будды Шакьямуни. А это совсем другая дата и совсем другая история. По материалам статьи Геннадия Корнеева. Дорогие друзья, в год благодарности его святейшеству Далай-Ламу XIV, приуроченной к 85-летию его рождения, в рамках реализации проекта Центрального Хурула Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни», сокровищница духовного наследия калмыцкого народа, издан альбом «Далай-Лама Калмыкии» от трех его визитов в нашу республику. Продажа данного издания производится в Калмыкии в Центральном Хуруле. Средства от реализации альбома будут направлены на издание сутры «Алтын Герл» – калмыцкий и русский переводы.